Этот пустующий участок, заросший мусором, местные жители просят очистить и построить на этом месте детскую площадку. По их словам, они неоднократно обращались с жалобами и просьбами, однако ни ответа, ни места для игр детей так и не дождались. Слева первая городская больница, далее дом ветеранов. Детский сад на правой стороне. За много лет это место превратилось в мусорную свалку. Площадки для игр детей нет. А в других микрорайонах созданы все условия. Кроме детских, еще и есть спортивные площадки. Почему же наши дети должны страдать? Гульнара Байдулаева, у которой пятеро внуков, вынуждена водить детей в соседний двор. Там чужаков на своей территории не жалуют. Доводы, что дети не собираются ничего ломать и им больше негде играть, на жильцов многоэтажек не действуют. Забираю внуков и веду их играть на детскую площадку, расположенную во дворе многоэтажек на улице Мангельдина. Другого выхода нет. Все лето водил туда, недалеко протекает Кошкарата. Одних оставлять внуков там боюсь. Мы обращаемся в Акимат с просьбой построить рядом с нашими домами детскую площадку. Построить на пустующем земельном участке детскую площадку можно только с разрешения владельца. У собственника этих соток свои планы. Для того, чтобы взять земельный участок под нужды государства, необходимо согласие хозяина земли. Частник против, поэтому сейчас нет возможности построить здесь спортивную площадку. Если эта земля кому-то принадлежит, то почему много лет она пустует и превратилась в помойку, справедливо отмечают местные жители. Коммунальщики обещали разобраться и поискать другое место для строительства детской площадки. Я как раз ищу, думаю, в каком месте построить. Есть планы. В течение этого месяца, если я оформлю землю, я подам заявку, чтобы предусмотрели средства на строительство. Если не получится построить спортивную площадку, будет детская. В конце года будет уточнение бюджета. Если нашу заявку примут, то за 4 месяца построим площадку. Если все сложится, то уже в следующем году дети частного сектора смогут играть на современной площадке недалеко от дома. Шанару Оразова, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Отрар». Где площадку нам нужно сделать?